Юнармия появилась в октябре 2015 года. Идейным вдохновителем и создателем этого движения стал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Миссия Юнармии заключается в формировании бережного отношения к истории и традициям нашей страны. Для тысячи школьников, которые решили присоединиться к юнармейцам в парке «Патриот», подготовили большую праздничную программу. Главным и самым важным сюрпризом для ребят стало появление министра обороны Сергея Шойгу и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Юнармейцы признаются, услышать напутствующие слова от таких почетных гостей – большая честь. Мы уверены, что вы сделаете все для того, чтобы нам было кому передавать наше Отечество. Поздравляю вас! Здоровья вам, успехов и удачи во всех ваших замечательных делах! Мне очень приятно сегодня присутствовать в этом кругу, в кругу тех, кто каждый в своем городе, в своей школе, в своих муниципалитетах занимает очень важную, неравнодушную позицию. Многие здесь присутствующих, все здесь присутствующие, зарекомендовали себя в патриотическом воспитании, в благородных, важных поступках, доказали свою состоятельность в учебе. Со сцены звучит клятва военно-патриотического движения. Новоиспеченные юнармейцы в торжественной обстановке принимают присягу и поздравления от олимпийских чемпионов. Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию во благо Отечества. Клянусь! Еще одним знаковым событием на форуме стал запуск мобильного приложения «Движение». Эта социальная сеть позволит общаться юнармейцам между собой и быть в курсе всех событий. По всей стране открыты региональные штабы юнармии. За несколько лет в ряды этого патриотического движения вступили уже более 60 тысяч школьников. И с каждым днем эта цифра только растет. Дарья Сутягина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».